Ай-яй-яй. В Зональном районе в Рождество столкнулись три автомобиля. Предварительно установлено, что 32-летняя женщина, водитель микроавтобуса, выехала на встречную полосу для обгона и допустила столкновение. В результате удара водитель и пассажир микроавтобуса, 55-летняя женщина, скончались на месте. В Бийскую больницу доставили шестерых пассажиров микроавтобуса для оказания медицинской помощи, пятеро из них дети, и двух человек из другого автомобиля. Позже число пострадавших выросло до 10 человек. В тот же день, 7 января, произошла еще одна авария. На трассе Барнаул-Рубцовск в районе Алейска столкнулись два легковых автомобиля, о пострадавших не сообщается. А накануне сошел с трассы рейсовый автобус, следовавший из Усть-Каменогорска в Новосибирск. Это случилось на границе Топчихинского и Алейского районов. Автобус накренился, но не перевернулся. Обошлось без пострадавших, пассажиров в нем не было. Повышенный трафик и сложные погодные условия увеличивали риск ДТП. Такие кадры засняли 3 января на трассе Бийск-Белокуриха. Вообще массовые. Для них сколько? Судя по видео, участниками аварии стали 7 автомобилей. За первые 8 дней года погода успела несколько раз уйти из минуса в плюс. Все сопровождалось сильными метелями. Накануне ограничивали движение для всех видов транспорта на участке дороги Рубцовск-Михайловская и Барнаул-Рубцовск границы с Казахстаном. Сегодня все трассы были открыты. Анастасия Драган, «День с толком».